Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. А мое сегодняшнее утро начинается с чашки горячего чая. И как вы думаете, среди этих конфет какая моя любимая? Конечно же, Твикс. Баунти я тоже люблю, но его любит также мамочка, поэтому оставляем для нее. В мукбанках уже все уши вам прожужжало про эту камеру, которую я продала. Вы знаете, просто я забыла про то, что на эту тему я уже говорила в мукбанке, потом еще раз говорила одно и то же, как попугай. И некоторых, естественно, это начало раздражать. Ну, в общем, что у нас сегодня по плану? Наконец-то приехала из отпуска моя подписчица, которая купила у меня эту камеру, и наконец-то я ее могу ей передать. Как я вам уже говорила, продала ее за $200. То есть 350 манат, и плюс у меня был чехол, его тоже в подарок кладу, или мешок. Я просто выложила в своем инстаграме в истории, что я продаю свою камеру и указала цену. И мне писало столько людей и по делу, и нет, и просто поболтать. А эта девушка сразу написала, что отправьте номер карты, я покупаю. И она сразу без вопросов осуществила оплату. На протяжении достаточно длительного периода я на постоянной основе своему банке всегда снимала на эту камеру. Она у меня была просто прикреплена к штативу, и так как использовалась в домашних условиях, я ее никогда не роняла, и она у меня в очень хорошем состоянии. Ни разу не была в ремонте и в общем в хорошем состоянии. А я уже в свою очередь начинаю одеваться, потому что мы договорились на определенное время, ее нужно еще проверить. И посмотрите, девчат, какой у меня порядок в шкафу, все прям по полкам. Такое бывает крайне редко, поэтому нужно запечатлеть для вас. Надену я свои джинсы, которые заказывала на Trend Yolta, просто моя любовь, бэгги джинс. Если хотите, ссылочку могу оставить, у меня 32 размер. И одно из моих последних приобретений, это вот такая футболка, которую я заказывала на тему. И приступаю к макияжу. Вообще, изначально я настаивала на том, чтобы обязательно камеру нужно проверить. Хотя подписчица просто доверяла мне, и раз я говорю, камера работает, хотела просто ее приобрести. Я как бы таким образом снимаю с себя ответственность. Потому что я как бы человека не знаю, вижу впервые, и может быть даже такой случай, что человек купит у меня камеру, потом уронит или что-то произойдет. Потом ко мне, возможно, начнутся претензии, что камера не работает или есть какие-то недочеты. А так в центре даже можно узнать пробег камеры, поэтому можно все проверить. Если все устраивает, она покупает. Если не устраивает, то я верну просто деньги. Я настолько быстро ее продала без проблем, что у меня в голове появилась идея, что можно открыть страницу в инстаграме и чисто продавать свои ненужные вещи. Но, понятное дело, в хорошем состоянии, то, что мне не подошло, или просто то, что я буквально пару раз носила. Не знаю, поверите вы мне или нет, но у меня в гардеробе есть вещи, которые куплены где-то год-два назад, и ни разу я их не носила, они до сих пор с этикеткой. Поэтому после того, как я легко продала свою камеру, у меня появилось вдохновение, я думаю, может быть, и все остальные ненужные вещи просто продавать в инстаграме. Потому что подобное очень часто практикуют местные блогеры, и все к этому относятся нормально. Продажа будет, понятное дело, чисто по символической стоимости $3-5, а что-то вообще доллар, полтора и так далее. Вы можете со мной не согласиться, но я считаю, что подержанные вещи должны стоить где-то раз в 4 дешевле их себестоимости. Ну, как бы по полцены никто не купит, поэтому у меня есть такая идея очень дешево ставить эти вещи и просто избавляться от них. У меня, например, есть очень красивое платье Shein, которое не подошел мне размер. Или, например, кроссовки, которые мне жмут, я их ни разу не носила. Я думаю, если выставить эти же фотографии, которые с сайта, показать какой размер, параметры и все остальное, я думаю, что желающие обязательно найдутся. Если честно, эта идея давненько крутится у меня в голове, и никак я не могу ее осуществить. Должна была уже выходить, и тут загружаю для вас новое видео. Самое главное, я не забыла камеру. Тут я не знаю, что я забыла зарядку. Кстати, моя квартира будет точно в таком же здании, которое мы сейчас проезжаем. Но пока что строю только 6-й этаж. Когда будет все готово, я сниму для вас хаус-тур. Ну, чисто по кирпичам. Здесь мы уже возвращаемся назад. Я уже без камеры. И тут я увидела, что я забыла зарядку. Это было безумно неловко. Но, слава богу, никаких проблем не возникло. Но я так и ожидала. И также в сервисе сказали, что очень хорошая стоимость. Так что все довольны, все счастливы. А сейчас мы едем домой и забираем зарядку, которую я забыла. И надо вернуть девушке, которая купила у меня камеру. Очень приятная, этичная девушка, прекрасно меня поняла, не стала ругаться, спасибо ей огромное за это. И мы просто в этот день катались туда-сюда, потому что я живу на одном конце города, сервис находится в другом конце города, и еще плюс зарядку нужно было отдавать вообще в третьем конце города.
и я возвращаюсь к вам спустя 2 дня. Сегодняшнее мое утро начинается, как всегда, с чашечки горячего кофе. Мама меня уже стебёткает, сколько можно с этой кружкой снимать. А сегодня с утра у нас был дождик. Мы должны были увидеться с подружками, я подумала из-за того, что дождик, наверное, все отменилось, но нет. Сплю я последнее время в гостиной и стараюсь вообще этот диван не раскладывать обратно. Просто сверху собираю постель. А вообще я просто обожаю лежать, я даже монтирую видео с ноутбуком лежа. Хотя нормальные люди это делают за столом, сидя на стуле. Не знаю, я просто обожаю принимать горизонтальное положение, даже когда я копаюсь в телефоне, я не люблю сидеть, я люблю именно лежать. И вот сейчас я вам озвучиваю это видео, и тоже я это делаю лежа. В общем, поэтому диван я собираю только тогда, когда к нам приходят гости. И обычно у нас гости сначала нас предупреждают где-то за день, и вот тогда я собираю диван, убираюсь и делаю все остальное. А так в обычной жизни у меня постоянно диван находится вот в таком состоянии. Лежа копаюсь на маркетплейсах, что-то заказываю, в общем, все. Осенью вообще обожаю дождливую погоду, я считаю самое то в эту погоду там пойти в какую-то кофейню посидеть, а еще я заказала себе на тему, очередной заказ тему. В общем, если вы помните, я заказывала себе черный термос, потом подарила его парню и заказала теперь себе белый. Чтобы совсем не засидеться дома, я стараюсь по вечерам ходить. И вот зимой, когда я просто буду шагать, буду брать с собой термос и гулять, попивая горячий чаек. Вот первое впечатление обманчиво. Я заказывала еще с тему, кстати, тоже себе вот такой лайнер. Не особо люблю покупать косметику ноунейм. Мне кажется, лучше взять какой-то бюджетный просто бренд. Но в этот раз я рискнула и взяла 2 лайнера себе, и ни один из них мне не понравился. Потом одна из моих подписчиц написала, что заказывала тот же самый лайнер и просто осталась в восторге, и я решила дать шанс. И, в общем, он неплохой, в принципе, пользоваться можно, но я уже с Trendyol заказала себе от Not Cosmetics нормальные лайнеры. Ну, то есть с кисточкой, которая мне нравится, и от нормального бренда я взяла сразу 3. Как вы знаете, я обожаю все покупать на запас. Ну что, погнали туториал. Честно, бьюти-блогеры, которые снимают очень близко макияж, я не знаю, как они это делают. Я вообще, когда нервничаю, у меня стрелки получаются еще хуже, особенно когда нужно на какое-то мероприятие, получается просто ужас. Но в этот раз удача мне улыбнулась, и вот такой результат у меня получился. Мне кажется, они ровные, но, по крайней мере, я вижу так. Всегда завидовала девочкам, которые рисуют идеальные стрелки. У меня никогда не получалось делать их идеальными, но я, по крайней мере, научилась делать их похожими. У меня они не сестренки, у меня они подружки. Ну а теперь погнали одеваться, так как сегодня в день съемки этого влога было 2 октября. Несмотря на то, что на улице была дождливая холодная погода, пока что носить сапоги как-то стыдно. Хотя кто это придумал, это обычно мне говорит мама. Пока еще рано носить сапоги или уже поздно надевать куртку. В общем, поэтому я решила сегодня выгулить вот этот костюмчик, который я заказывала на тему. Кстати, из моего первого заказа я осталась безумно довольна, вот тогда уже подсела и начала на постоянной основе все заказывать с тему. Решила комбинировать с белым топиком, и мне кажется, смотрится просто вау. Его уже, к сожалению, нет в наличии, а так я заказывала М-ку. А еще обратите внимание, как классно сочетаются ноготочки под мой костюм, как будто я прям специально их накрасила в этот цвет. И на руке у меня кое-чего не хватает, а в частности аксессуаров, мои колечки. Оба мои любимые, один мне дарил парень, а второй я покупала сама, где-то 1,5-2 года назад. А в последнее время вообще золото не покупаю. И вот эти сережки мне не безумно нравятся из моего последнего заказа. Они настолько круто переливаются, что камера даже не хочет фокусироваться. Вот я люблю, когда у меня есть выбор, и именно под этот лук я никак не могла подобрать, какую же сумочку я возьму с собой. Вот эту вот микророзовую сумку или большую. Также у меня есть сумка Aldo, которую я покупала в Молле, но также Aldo есть и на Trendyol официальная страница, но цена одна и та же, поэтому же лучше пойти и купить в магазине. Прям, знаете, до маната, прям вот одинаковая цена, поэтому никакой разницы нету, и вот в таких случаях, мне кажется, проще пойти в магазин и выбрать себе подходящий вариант. А вот это, кстати, мне не нравится, и мне кажется, ее нужно просто кому-то отдать. Для сыночка подружки я кое-что прикупила на этих маркетплейсах, такие классные костюмчики, что просто удержаться невозможно. Взяла, как всегда, на вырост, так мама всегда рекомендует. Этот пакетик я спустилась и купила прям сегодня, а до этого я покупала другой голубой, очень красивый пакет, потом он понадобился. Спонтанно к нам в гости
приехал друг детства уже со своей женой. И он заранее, к сожалению, не предупредил, а мне что-то хотелось подарить его жене. Так как я дофига делаю заказов, у меня было очень много неиспользованных классных позиций, и я решила из всего этого собрать такой подарочек. Там были маски для лица, шампунь, тоник, крема для рук, сумка, карандаши для губ, бальзамы и, в общем, много чего всего. И, в общем, чтобы это преподнести, нужно было куда-то это сложить, и я нашла этот пакет, который купила заранее, подготовила для этого костюмчика, пакет был большой. И, в общем, все это я поместила в этот голубой пакет, а вот теперь, когда я спустилась, я не смогла найти пакет такого же размера. Поэтому нам с вами нужно поместить все это в этот миниатюрный пакетик, который я купила сегодня внизу. Ну, а костюмчик тройка, и я очень надеюсь, что подружке он понравится. Ну, а вообще, я очень люблю дарить подарки, от этого получаю огромное количество эмоций, это безумно круто. Просто и без повода, и с поводом радовать друг друга, я считаю, что это прекрасно. Вышла на улицу и обнаружила, что, к сожалению, дождик закончился. Спускаясь в лифте, я заметила одну особенность. Недавно у нас в здании упал лифт. Пострадало много человек. И я вам даже, по-моему, об этом рассказывала на мукбанке. И сейчас у нас около лифта написано, что в маленький лифт не могут заходить больше 3 человек. И вот когда вы едете в лифте, и к вам присоединяется еще 3 человека, и ты говоришь, что нельзя, люди просто махают рукой и говорят, да ничего не будет, не переживай. Возможно, я покажусь очень токсичной, но что значит ничего не будет? Если как бы вам параллельно на ваше здоровье и на вашу жизнь в целом, то не все люди такие. Короче, я в свою очередь отстояла свои личные границы. Старалась быстрее и быстрее прийти, думала, что опоздала, но нет, пришла раньше всех. Мы пришли покушать суши, и это заведение находится очень близко к моему дому, поэтому дошла я до сюда просто пешком. Как вы понимаете, не только я люблю дарить подарки, но и мои подружки. И так как я люблю все розовое, посмотрите, что мне подарили. Прям только сегодня говорила про термос, и вот смотрите. Точнее, это, кстати, не термос, он от Минисо, это вот такая вот посуда для воды. Из лимитированной серии Барби, мне кажется, очень подходит. Особенно под сегодняшний мой лук. Как же приятно и дарить, и получать просто подарки без повода. Как вам, обязательно пишите в комментариях. Также хотела попросить вас, если вы на постоянной основе смотрите даже мои влоги с переводом, буду вообще очень признательна каждому, кто подпишется, если вы до сих пор смотрите меня без подписки. У меня в аналитике, к сожалению, 40% зрителей, которые на постоянной основе смотрят мой контент, они смотрят без подписки. Просто хочу вам сказать, что для меня это очень важно. Из напитков мы решили взять втроем по мохито. Заказали, по-моему, сет, состоящий из 35 штук, то есть немного решили взять, потому что после мы еще пойдем пить чай где-то. А на улице, как вы видите, такое ощущение, что дождика и не было, все сухо. В этом сете, кстати, не было Калифорнии, был сырный ролл, и мы его заменили на Калифорнию, чтобы было все. Ой, девочки, сколько мы проболтали, наверное, где-то 2 или 2,5 часа точно мы сидели и болтали прямо обо всем. Вот эти, кстати, сырно-майонезные шапочки просто были невероятно вкусными. Я сейчас озвучиваю это видео, и я достаточно голодная, и думаю, блин, как же хочется снять мукбанг. Заказать бы еще раз эти роллы и снять мукбанг. Я вообще по натуре, вы прекрасно об этом знаете, домосед, и крайне редко, особенно в последнее время, вообще с кем-то вижусь. Смотрю на инстаграм некоторых продуктивных людей и понимаю, блин, насколько я ленивая или медлительная, но я ничего не успеваю на самом деле. А вообще, когда я куда-то иду, люди просто отдыхают, а я наоборот прихожу почему-то уставшая. В общем, я прям как пенсионерка. Девочки сегодня прям закидали меня комплиментами, и мне так стало приятно на душе. И также, кстати, девчонки, я хочу сделать вот эту вот процедуру. Вы наверняка будете меня отговаривать. Возможно, вы видели ролики на эту тему. В общем, вам сжигают вашу кожу, и она сходит, и под ней появляется новая кожа. В общем, постакне можно убрать только таким способом. Этот способ на самом деле очень эффективный, но нужен большой период реабилитации, плюс это очень больно. К сожалению, я точно не знаю, как называется эта процедура. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто ее когда-либо делал, или, возможно, ваши знакомые ее делали. Довольны ли остались и был ли результат? Пока будут сходить корочки, все это будет отекать, лицо все красное, видео снимать я не смогу, поэтому, наверное, я буду делать ее в январе. И плюс еще у меня кожа не настолько проблемная, то есть у меня нету прям сильных вмятин на лице, просто кое-где остались небольшие следы, от которых было бы неплохо избавиться. Очень хочу себе идеальную кожу без единого просто постакне. В общем, обязательно пишите, кто знает что-то подробно об этой процедуре. А мы сейчас идем пить чай.
Буквально одна станция метро, мы могли бы пройтись пешком, но так как мы ленивые попы, мы сели в метро и приехали сюда. Подругу я не показываю, потому что она после процедуры, и у нее все лицо отекшее, она попросила ее не снимать, а потом, кстати, она сама себя снимала. Мы пошли пить чай, уже сели в заведение, и тут я вспомнила, что вчера я снимала для вас мукбанг, видео уже вышло, наверное, где-то неделю тому назад. И, в общем, там я пробовала десерт, от которого осталась просто в восторге, он настолько был вкусный. Мне, кстати, в комментариях там написали, что кроме тебя уже весь мир отказался от Мак. Не знаю, конечно, возможно, я отстала от жизни, но я просто обожаю все то, что делает Макдональдс. Да, это несложно взять там, не знаю, обжарить курицу и так далее, но в Макдональдсе все настолько вкусно, что мы отправились туда, точнее, я уговорила девчонок пойти именно туда. А здесь мы просто решили затестить переднюю камеру 15 Pro Max. Я сама тоже всегда считала, что разница между 14 и 15 особо нет, но, как вы видите, передняя камера 15 снимает намного лучше, нежели 14. И в моей сфере, в сфере блогинга, частенько менять телефон на новую версию, это, конечно, нужно. Уже, наверное, на протяжении где-то 3 лет на постоянной основе Макдональдс чисто я заказываю домой, а прям в заведении я уже давно не была. Совершать заказ пошла я, и я обнаружила, что оказывается теперь все по-другому. Там стоят большие сенсорные экраны, и ты сам делаешь свой заказ, и он автоматически отправляется в кухню и тебе приносит. Раньше все было немножко по-другому, там стоял кассир, и ты делал заказ непосредственно кассиру, а кассир вбивал это все, ну, в общем, немножко все поменялось. А самое главное, я даже не знала, но раньше заказывала постоянно в Вольте. И там платная доставка, плюс еще дополнительно плата за расстояние, хотя Макдональдс находится не так далеко от моего дома. Плюс еще ты платишь сервисный сбор. И плюс, оказывается, ко всем этим плюшкам все меню стоит в 30% дороже. Я была удивлена, когда увидела цены. Где-то 25-30% разница. Но, возможно, так и должно быть. Просто помните, в мукбанках я вам постоянно говорила, что Мак с каждым днем дорожает, дорожает и дорожает. Так вот, в самом заведение, в принципе, это нормальные цены. А это тот самый десерт, который я хвалила на мукбанке. Обязательно попробуйте. Он просто невероятно вкусный. Я просто все новинки пробую на мукбанке, а девчонки не пробовали. Я боялась, что им не понравится, поэтому взяли немного. Но, как оказалось, они тоже остались в восторге. Вообще, это круто, когда у вас в компании одинаковый вкус на напитки или на еду. У нас мы не особые сладкоежки, поэтому всем очень понравилось. И, кстати, кому интересно, кто всегда платит за банкет, за счет и все дела. Каждый раз, куда бы мы ни пошли, мы весь счет делим всегда на 3 части и все. В таком случае не возникает никаких проблем. В общем, очень круто провели время, поугарали, посидели, и погода была классная, сидели на улице. Я планировала в тот же день вернуться домой и смонтировать этот влог, но нет, у меня сил не было. Силы были просто на исходе, у меня садилась зарядка. Не у телефона, у меня садилась зарядка. Вы наверняка замечали, что у меня просто куриная память, некоторые вещи я могу повторять по несколько раз, поэтому если я повторяюсь, опять же, надеюсь, что вас не сильно это раздражает. А дома меня встречал Твиксик, он целый день мяукает, хочет уйти в подъезд, уйти от нас, в общем, он скучает по своей чувихе, которая была у нас в деревне, но вот такие вот дела у нас. После того, как пришла, где-то минут 15 просто лежала и потом решила переодеться, и просто сил ничего делать не было, просто смыла макияж, расставила все по местам вещи, и, собственно говоря, просто легла спать. Вот насколько бы я ни была усталая, есть у меня настроение или нету, без разницы, обязательно я должна перед сном в обязательном порядке смыть макияж, сделать свой уход, почистить зубы, помазать руки кремом. Вот без этого всего я просто уснуть не могу. В общем, на этом все. Огромное спасибо, что досмотрели. Пока!